Что мой ребенок ест в школьной столовой? Каждый родитель хотя бы раз задавался этим вопросом. Теперь у взрослых есть возможность попробовать еду школьников и сделать свои выводы. Родители учеников 12-го лицея уже провели такой тест-драйв. О результатах узнаем из сюжета. До перемен остаются считанные минуты, в школьной столовой уже витает аппетитный аромат. Но на этот раз, кроме привычных посетителей, в самое вкусное помещение лицея заглянули гости. Получив свою порцию обеда, ревизоры расселись в просторной столовой и принялись за дегустацию. Очень вкусно, очень добротно. Ну, такая домашняя пища. Я думаю, ребятам будет нравиться. Ну, мне важно, как питается мой ребенок, чтобы не было проблем со здоровьем. Я удостоверилась, что пища в столовой очень вкусная, сытная, полезная. Я всем довольна, спасибо. В меню борщ, картофельная запеканка с мясом и овощной салат. Судя по тому, как быстро опустошились тарелки, ребятам обед тоже пришелся по душе. Огурцы очень нравятся, маринованные. Больше всего борщ понравился. Проект «Родительский контроль» стартовал во всех школах Московской области. Мамы и папы школьников имеют право не только попробовать завтраки и обеды, но и внести свои предложения и высказать замечания. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши все действия и действия сотрудников образовательных организаций, всех тех, кто работает на пищеблоках, были открытыми. И если есть такие вопросы, если они вдруг возникают, очень хорошо, когда они оперативно могут решаться именно в формате диалога. Не в формате жалоб. Оценить рацион и качество школьного питания, заодно и вспомнить вкус детства могут все родители. Нужно лишь заранее согласовать с классным руководителем дату и время. Луиза Егязарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.